Согласно сообщениям южнокорейской вещательной компании YTN, у северокорейского лидера Ким Чен Ира рак поджелудочной железы. Ким выглядел сильно похудевшим и изможденным во время недавней поминальной службы по его покойному отцу и основателю государства Ким Ир Сену. Говорят, что в прошлом году он перенес инсульт, однако официально об этом никогда не сообщалось. В связи с плохим здоровьем Ким Чен Ира возникают вопросы о его преемнике и ядерной программе. В Министерстве стандартизации в Сеуле не смогли подтвердить это сообщение. У меня нет никакой информации по поводу того, верно это сообщение или нет. Напряженность в регионе постоянно возрастала с того момента, как Пхеньян осуществил ядерные испытания в конце мая. Некоторые жители Южной Кореи теперь боятся возможной войны с Севером. Резкое изменение в северокорейском режиме может привести к войне на Корейском полуострове. Таким образом, мы должны уделить больше внимания мерам против возможной войны. Северная Корея стала центром напряжения в Северо-Восточной Азии. Южнокорейские чиновники говорят, что шаги Севера направлены на то, чтобы помочь Киму подготовиться к официальному провозглашению преемника. Вероятнее всего, им станет его младший сын Ким Чен Ун.